Всем привет. Выбрался на рыбалочку. Туманчик на улице. Лещика попробуем. В общем, так вот. Всю ночь не спал, что-то не спалось мне. Приехал рано, еще по темноте. В общем, такие вот пироги. Ладно, будем сидеть, пробовать. Восход. Туман еще сильный. Красота. Первый рыб. Колючий. Первый. Первый лещик в этом году. Второй. Да, лещик хороший. Фух. В общем, что? Получается 4 поклевки, 2 леща. Один, правда, с крючком свалил. Не знаю, может, через обракушку перетерлась леска или еще что-то. В общем, такие вот пироги. Ладненько, что будем стоять, еще пробовать. Посмотрим, что как. Состояние, конечно, такое, когда ночью не поспишь, такое куматозное. Вот и третий. Тихо. Третий штук. Ну что, ребята, посидел я. Так, а осталось у меня 3 лещика. Ну и 2 холостых поклевки. Вот уже приехал на плиты. Машины есть. Пожалуйста. Там машины стоят. Сзади меня стоят тоже там. Короче, на плитах народу немерено. На развилке получается вообще там встать практически негде. Все, кто на карантине, сидят на рыбалочке. Я на велосипеде. Фух, дышу свежим воздухом.
Жарковато что-то. Ладненько, ребята, до новых встреч. Все, всем счастливо и пока.